Ой, ты какая злая. Ой, ты какая злая. Тихо, 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 тихо. Ладно. Какое у нас получается яйцо получается? Пятое. Пятое. Угу. Привет, пятое яйцо. Значит, это уже у нас только что появилось 14-е яйцо. И все это дело продолжается у нас уже с 5 утра. А сейчас 2 часа дня. Так что такой вот длительный процесс. Итак, у нас уже вышло 15 яиц. Вроде как непонятно, есть там еще или нету. В первый раз в первой кладке, это вторая ее кладка, в первой кладке было 9 яиц, из них живых получилось только 6, а вот вторая кладка уже из 15, по крайней мере, точно из 15. Можно посмотреть еще вот интересный момент с ее мордой. В принципе, здесь видно, что она ее исцарапала. Это как раз перед тем, как откладывать яйца, она начала везде копошиться. Конечно же, контейнер сам хом ей не нравился. Зачем контейнер, если можно попытаться вырыть дырки в фоне и так далее. Она ковыряла. Выковыривала свои растения. У нее тут вот здесь вот дыра. Там была земля с растениями. В общем, она все выковырила оттуда. Устроила бардак. Вот. И исцарапала свою морду. Ну, не то чтобы очень сильно так. Я думаю, что это, в принципе, все сойдет вместе с линькой с первой же после того, как она полиняет первый раз после кладки. Кладку мы у нее сейчас заберем. Сейчас еще немножко подождем на всякий случай. Вот. И так получается, что она 11 часов с 5 утра, а сейчас уже почти 4. Она уже на стороже. Знает, что у нее будут кладку забирать. Надеюсь, это твое все. Куда столько? Обнимается теперь с ним. Ну, давать не хочет. Что, может, придут противные люди и заберут. Мотала свое сокровище. Так, у нас выходит последнее яйцо, кажется. Можно видеть, как согнулся хвост. И вроде как оно 17-е, насколько мы понимаем. Ну, сейчас, в принципе, все это закончится. Мы сможем ее снять с кладки и уже посмотреть, сколько там их все-таки на самом деле. Вот здесь вот интересно, так вот. Она согнула почти под углом 90 градусов. Так, похоже, это последнее, наконец-то, яйцо, 17-е. В общем, самка-монстр положила 17 яиц за, сколько получается, за 12 часов. 12 часов она делала кладку из 17 яиц. Ой, ну, смятая там. Значит, получается, что это вторая ее кладка, ей 3,5 года самки. Самец чуть постарше ее. У меня пара не родственная. И когда я их брала, самка была совсем маленькая, а самец чуть постарше примерно. На сколько там? На 5 месяцев он ее старше. То есть ему уже почти 4 года, а ей 3,5. Вот, так что 3,5 года, вот она отложила 17 яиц. Молодец. Настаралась. Ну, вроде как по хвосту кажется, что все, да, это последнее все-таки. Непонятно, как у нее столько поместилось.
Ну, все же. Удивительно. Сейчас будет целое приключение с ее вниманием. Сверху накрыл и со всех сторон прячет свои яйца. В принципе, да, все. Хорошо, ну что ж. Сейчас будем снимать самку с ее кладки. Берем поилку, чтобы нам было удобнее. Тут коряга была, мы ее уже убрали. Ну и, собственно, сейчас мы ее размотаем. Круг нам не нужен, вот, нам лучше так. Давай, давайте ко мне. Ой, ты какая злая. Ой, ты какая злая. Тихо, 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 тихо. Ладно. Только осторожно. Ну ладно тебе. Ты же не такая уж и злая у нас девочка. Правда ведь? Да, ты хорошая девочка у нас. Вот так. Аккуратненько. Собственно, наша кладка. Аккуратненько берем. Давай посчитаем, сколько здесь яиц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. И вот тут 17-е. Мы его не считали. Сейчас будем раскладывать, в общем. Значит, тут дело в том, что кладка-то у нее была изначально вертикально, то есть вот это был верх, а потом он завалился на бок, и эти уже продолжились позже. В общем, мы начнем с последних яиц. Вот это было последнее. Мы аккуратненько отклеим. В принципе, можно вот немножко так сдвинуть, положить здесь мягенько. И так, чтобы аккуратно их отсоединять. И также мы их и положим сюда. Допустим, так, можно в два ряда, наверное. Тут, конечно, не очень понятно, кто был. А, этот был, да. Я помню, как она его из себя высовывала. Он, в принципе, выходил вот таким вот образом. Мы его так и положим. Так, ну а тут надо ориентироваться на то, что было изначально. То есть изначально это стояло вот такой вот горкой. Вот такой. Я думаю, что мы так будем укладывать их. Не вертикально же нам ставить их, правильно? А вот так вот. Поэтому мы отлеплять будем вот здесь и укладывать вот так. В принципе, можно не обязательно их отцеплять друг от друга. Можно было их оставить и так. Вот. Не знаю, поместится ли все в эту коробку. Может быть, надо будет еще. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, десять получается. 12, 14, 15, 16, 17, 17, все правильно, вначале я считала. 17 штук, да. Ну, такая вот вторая кладка у самки. Ну да, придется, наверное, вторую коробку брать, в общем-то. Так пока, чтобы не запутаться с положением всех. Вот эти последние, это где-то вот так вот. В общем-то, сейчас мы будем немножко распределять по другим коробкам. Ну,
лежать, они будут вот так. Все. Вот мы, в принципе, все разместили, все 17 яиц. Я думаю, что можно так оставить. Довольно компактно у нас и более-менее так прям приличненько. Вот. 17 штук.